небольшой комментарий к этому видео. Немного накосячил я с этим видео. Вот сам даже так подрастроился, конечно. Но этому есть причина. Я с собой не потащил пояс с грузами, не потащил, конечно, гидрокостюм, акваланг, по причине того, что я ехал своим ходом, не на машине, и просто это было бы сделать тяжело. Те, кто плавал в море, нырял, тем более, знают, что без груза просто задержать дыхание и опускаться на дно, там, на 2-3 метра, и еще проплывать по дну, чтобы его исследовать, и это очень-очень тяжело, потому что вода начинает выталкивать вверх, поднимать. Вот, ну, я уж старался как мог, ведь самое главное, находки были, приходилось по 2-3 раза аж заныривать на это место, где были сигналы, и вытаскивать этот сигнал. Как-то вот так тяжеловато аж даже все это было, вот, ну, в общем, что наснимал, то наснимал. Приятного вам просмотра, не забывайте про мои социальные сети, все ссылки под видео в описании, также я оставляю свои реквизиты, многие знают, что... монетизация отключена, а канал все-таки требует каких-то финансовых вложений, так что у кого есть желание помочь каналу, вот, реквизиты тоже будут в описании под этим видео. Ну, а вам приятного просмотра. Так, я уже на берегу. Вот такой вот улов получился. Цепочка, думал, золотая, оказалась серебряная. Несколько монеток, ходячка еще там где-то валяется. Вот такие камешки еще немножко насобирал. Сегодня такая погода.
Ну, пасмурно, утром дождь был. Погода один хрен шикарная.